есть. Канал, у Тамары есть канал. Тамара Цыганаш. Тамара Цыганаш. И я под этим видео размещу ссылку на ее канал. Спасибо большое, Танечка. Да, да. Так что переходите на Тамар канал. На канал Тамары. Эй, всех заплетается. Точно вы коньяк. Да. Мы ликер выпили таллинский. Большое спасибо подписчикам, которые нам подарили этот ликер. У нас, в общем, сегодня такой... Вкуснятина такая. Вкуснятина сразу чувствуется, что там 40 растительных этих... экстратов. Да, и так он пьется так легко, да, ведь как-то вот не дерет ни горло, ничего. А то я так обычно такие крепкие напитки не умею пить. Жара страшная, 29 градусов. Только я чуть-чуть обрадовалась, что похолодало, нифига. Снова жара вернулась. Как я завтра буду работать, вообще не знаю. Там же у вас, наверное, прохлада есть? Это, так у нас там вентилятор. Есть вентилятор. Ну, вон там. Туда, куда люди ходят, оно, естественно, там, да. Еще нет. Во сколько да я еще... Идешь? Я иду в 7:30, я должна там уже быть, но выхожу я в 7 утра. Так что, ну, да. Нежно, ну, в общем, короче, надо вставать тебе все равно. Ну, да, я в 6 утра. Поэтому тебе отдохнуть надо, выспаться надо. Да нет, я днем потом сплю. А там такая возможность. А, ты нет, я думаю, уже в 2 часа прихожу, ага, потом немножечко посплю, а потом вечером на другую работу иду. Ну и ладно. Это так, особенность этого курортного города. Еще месяц вы там работаешь, да? Да, первый месяц. Хорошо, ты туда работаешь. Ну ладно, надеюсь. Надеюсь, что заработаю. Кстати, вот это раньше был публичный дом. Вау. А сейчас запретили на территорию Люрет де Мара, его унесли в это, за город. И сейчас здесь просто дискотека, а раньше это публичный дом. Дискотека, ну и в смысле, когда она функционирует, эта дискотека? Ну да, сейчас функционирует. Да? Да. С другой стороны там вход. В общем, а раньше тут, это а был как публичный раз дом. Живете. Кофейни, ну да. Индийская кухня там, что-то. Ага, видишь, там танцы, шоу. Ну там был стриптиз и были еще номера. Но сейчас это запрещено на территории. А что, а рекламы остались? А рекламы остались. Мы тут ходим, товар смотрим. Да. Мы тут за 4 евро выторговали матрас. Где матрас? Матрас такой. Показываем матрас. 6 евро стоил, мы уговорили. А все по-русски не запустили. Они так хорошо по-русски говорят, а? За 4 евро купили. Мы, говорит, его надуем вам. Бесплатно. Нам надуют завтра. Ходим тут. Нормально, сам надуем. Да ты с ума сойдешь надувать, у них машина есть, надует и все. Сюда приходить надо, может, сразу? Нет, придем сюда и надует нам. А, ну тогда завтра вечером. Завтра. Нет, вечером нет. Я вечером на работу уйду. Ну нет, вот, после двух. После двух. А вдруг он там порванный? Или что-то? То они хоть не. Ничего он не порванный. Что он порванный? Да, а смотри, красивое вот это платьишко. Тебе не нравится в оборочках, да, такое платьишко? Слушай, а может его сразу надуть надо его сейчас? А что, куда мы с этим матрасом сейчас надуем? А что, там вот с этим заходят? Да? Да, давай я пойду сейчас. Пошли надуем. Давай, давай, что и потащимся с надутым матрасом. Аня не хочет. Ну ладно, Наташа, спокойной ночи. В общем, это вот, видите, мы ходим тут по лавкам. Как раз барахлишко смотрим. Какое. У нас фаналсы продаются. Смотри, ну. Красиво, да, ярко. 10 евро всего стоит. Я поблекла. Нет, наоборот. Нет. Слушай, наоборот, тебе зеленый цвет хорошо идет. Да, так. Под лицу все к лицу. Нет, зеленый цвет тебе идет. Да, мне все подружки говорят, зеленый. Другая смотрит, голубой. Ой, Тамар, ты так хорошо в голову. А. О, как ты в розовом смотришься. Ага. Ты не песток, а розочки. Здорово, ага. Так что вот магазинчик, я тут тоже покупала платьишко. Очень мне нравится этот. Тут и сувенирчики есть, и все. Красота. А это сколько? Нет, а это на пляж ходить? Ну, на пляж.
Парео, да, называется, да? Конечно, Паре... я бы тоже ворчала. Ты столько вещей, капец. Да. Я вот избавилась от своих. Одеваешь? Нет, я избавилась. Так. Вот такие шортики тут. Ну, избавляешься. Хорошенькие. Ну, сколько, сколько? Ну, правильно. Вот 16, ну, тут не больше 20 евро вот это, они в пределах. До 20 евро стоят. Вот такие у тебя штаны, Аня. Вот такое платьишко. Сколько стоит? 24 евро. Ну, оно вот такое вот. Красивое. Так, а там сколько? Сколько стоит? Тут 21, ну, недорого. Сумочки сколько стоят? Сумочки. Это 17 евро такая вот сумочка. Такая вот сумочка. Вот футболочки. 6,90, видите, футболочки стоят. Хорошие, легкие. Платьишки. А вот 14,95, видите, стоят. Так что. Мне этот магазин нравится, я люблю сюда заходить. И постоянно здесь, кстати, товар меняется все время. Каждый месяц разный товар. Мне нравится. Такая юбка классная. Слушай, мне такая юбка подойдет. Ну, ты стройная, стройняшка тебе подойдет. Дай я тебе покажу со стороны. Дай я тебе покажу. Вот. Конечно. Вот она. Вот она, стройняшка стоит, конечно. Ей можно такие юбки. Знаешь, что такое впечатление, что ты беременная. А на фоне вот этого голубого цвета ее так выделяется это. Ну, это совсем для... Ну, она, ты знаешь, вот носите ветерочек такой. Потому что вот эта вот короткая юбка, она будет это... Ну, просвечивать, да? Ну, тут и... Это не то. А я видела на молодых девушках, красиво смотрится. Да и на молодых тоже. Покажем. Давай юбку повесим, где она была. Вот тут она была, вот, да, на месте. Честно, идеально. Смотрите, что сейчас актуально, вот мы сегодня не прикольно. Ну-ка, расскажи нам. Ну, как, да, что короче, актуально? Сейчас актуальные рюши. Такие рюши, короче. Чтобы рюши везде были, рюши. Да, и чтобы... Еще вот как халат особенно вообще прям, сейчас вообще прям. А я сказала. Тут слева, слева завязывалось, короче, так вот как халатков. Можно в полоску, чтобы рюши. А можно, короче, с цветочком, цветовой принт. Сейчас да. Цветовой принт особенный. Вот цветовой принт. Чтобы еще нежный, если вот так вот плечи открыты, тоже. Да, так, мне рюши. Нравится, вот когда так, здесь лямочки. А тут вот так вот есть вот так вот лямочки идут, и вот так это, а потом сверху вот такой тип халат, и тоже такие рюши. Вау-вау. Вот видишь? Это лето. Да, это лето, принт модно. Так что, видите, тут не зря, вот как раз это и есть представлено. Ну, нет, это такой. Ну, нет, смотри, вот тоже рюшки. Тоже, смотри, да нет, это уже вышло, это другие рюшки. Это уже другие рюшки. Не те, которые я говорю. Ну. Вот типа такого халата, только чтобы это завязывалось и чуть короче, и так вот, короче, оно должно вот так, вот, вот типа таких рюш. Ага. И чтобы еще тут рукава были, тут тоже рюши. Да, да. Это типа модно в сезоне, летнем сезоне. А только вот эти открыты. Они до 9 все работают. Надо до 9. Это завтра будет. Все, сегодня воскресенье было бы закрыто было. Работают все закрыты. Да. С Пакистана только работают. С Пакистана. Вот, с Пакистана лапки все время открыты. Ну, туристический товар в основном. Это Аня говорит, здесь сказали привезти магнитики, да? Магнитики, ну, это да. 90 сантимов, представляешь? 90 сантимов, да. Так совсем дешево. Можно подешевле. Нет, нету. Нет? Евро самое дешевое. А в центре ты... еще дороже было. Ну, да, это да, дешево. 90 сантимов это дешево. Самое дешевое, если только в китайский магазин зайти. А? В китайском. А, ну ты прям такой.
90 сентимов самое дешевое. Потому что так-то 1,5 евро в основном. Люди 27 градусов жары. Ни ветерка, ничего. Сейчас весь Лорет в этих платьях ходит. Весь и не только Лорет, и у нас это, как ты говоришь, с этой, с оборками. С этими. Нет, это уже не Настя. Смотрите, вот это как красиво. Оно докрутится, как будто объемное такое. Так, мне нравится вот это. Выпьем. Сегодня день пьян. Rechazado ese balón lejos y en la jugada posterior vemos a Messi intenta hacer la final individual.